смотрите, показывает ЦСКА Арена. Сегодня в столице московское дерби ЦСКА против Динамо. В такой приятный зимний вечер. Сегодня снег накрыл столицу. Нет, и отличная атака с проигранного бросания. Что творит пауза? И Сорокин вытаскивает очень тяжелую шайбу. В матче с Акбарсом Ильи Круглова оказался результативным. И здесь все здорово сделал. Причем, опять, что важно для нападающего, приняв шайбу, ноги не выключил. Да, и на разницу скоростей просто прокинул шайбу на свободный лед и ушел от двух защитников. Романов чуть глубже в зону, но вот на этом походе и потерял шайбу. Дальше 3 в 3. Атака, ну, тяжело бежит Алексеев. Ой-ой-ой! И Толчинский организует мельницу. Мы привыкли видеть это уже в исполнении динамовцев и конкретного человека под 94 номером. Ну, сейчас Толчинский сделал все очень красиво. Сегодня большие люди работают. Михаил Малкин, Тимофей Лихачев. А это первое серьезное спасение в этом большинстве. Илья Сорокин без клюшки остается. Перед ним Дальбек. Дальбек не чувствует, что без клюшки вратарь. Так бы, наверное, отдал свою или вариант возможных. Хиетанин, бросок, гол 1-0. Юсо Хиетанин. Но Хиетанин бросил мимо, бросил сильно. Может быть, здесь и не хватило клюшки Ильи Сорокину. Тем не менее, попал просто здорово. После передачи Вадима Шипачева самый результативный защитник КХЛ забросил свою 11-ю шайбу. Еще один человек, который в расширенном составе молодежной сборной нашей страны находится. Попов. Здорово подключает Романова. Бросок. Мощно добивание. Сейчас будем смотреть. Пока не празднуем, потому что не все так очевидно. Бочаров сразу поехал к арбитру. Полуклуб, полукруги для рефери. Будет возможность. Дают возможность динамовцам посмотреть этот эпизод на повторах и принять решение. Есть ли здесь то, о чем смотреть? Что смотреть. Толчинский по шайбе. Шайба хоть и скакала. Вот здесь будет понятно. Попал, не попал. Клюшкой не попал в этом эпизоде. Внимание! В результате видеопросмотра было определено. Пара по шайбе ногой не было. Хороший гол. Ой-ой-ой, падение. Перехват Афиногенов. Макс, пауза. Сорокина. Ну и момент, который был у Тарасова, который сегодня в сочетании с Афиногеновым и Интрошесом выходит. Там Максим Афиногенов перехватил шайбу на рубеже синей линии. Сергей Толчинский местный, что важно сказать. А здесь проблема у Сорокина, и он успевает эту шайбу отбить. Как здорово сейчас провели динамовцы эту атаку. А отличный момент был у Муранова. Ну, ты сказал, проблемы у Сорокина. Проблема у обороны ЦСКА. Ну, да. В середине собственной зоны у Сорокина в этом эпизоде проблем не было. Так, чтобы там Григоренко сразу ее не забрал. Красиво! Еще один момент! Вот тут не хватило Робинсона. Да, это вот как раз момент, когда Вэй вылезал из-за ворот, и там еще была возможность для добивания у Григоренко. Там бросок не совсем получился. Опа, удавалось добраться до шайбы на пятаке. Два в одного. Индраши. Сорокин опять спасает команду. Здесь убегал, бросал в дальний угол, но Сорокин вынужден был вступать в игру, выручать свою команду, и в этом эпизоде сыграл надежно, после чего полевые игроки уже успели вернуться. Причем так достаточно дисциплинированно, в районе одной минуты провели на площадке и сейчас уступили место другим. А вот момент для добивания. Очень похожая ситуация и гол. О, это 2-1. Шалунов. Нашел шайбу. Уже получает справа от Бочарова и помешать ему вратарь московского «Динамо» не сумел. Копали и закопали. Сейчас «Динамо», кстати, смотрит этот момент, так, представители, будет запрос или нет. Ну да, есть такая возможность, и судьи сейчас дают время. Внимание, после видеопросмотра было определено, атакующий игрок вступил в контакт с вратарем за пределами площади ворот, и никоим образом не влиял на его возможность бросить бросок. Хороший гол.